Поцелуй, оставь на губах печаль. Нет скандала, для любви не нужна мораль. Счастье в долгу и несчастье. Поцелуй, оставь на губах печаль.
губах печаль. Есть скандаль, для любви не нужна мораль. Счастье в долгу у несчастья. После долгой разлуки вновь мы вместе, и сегодня для вас новые песни в первом отделении, практически полный набор новых произведений, и от вас лишь требуется, поскольку программа не совсем обкатана, мы ее сейчас обкатываем, только и здесь в Питере сегодня премьера, не стесняться поддерживать нас всячески аплодисментами, своими эмоциями, тем более... И мы отдыхаем сегодня вместе. И следующая песня – это уважаемый очень мной человек. Я уважаю его лично, его творчество. К сожалению, его с нами сейчас нет. И совсем недавно в Москве на центральной площадке московской Крокус-Сити состоялся концерт памяти Михаила Круга, где артисты эстрады пели, исполняли его песни. И сегодня для вас, для Питера, «Мой Бог». Еле струны дрожат на гитаре, молчи. Фортепиано, оборой на флейт, вы песня. Мне сами собой наиграли о том, что я раньше не знал вас, жалей. Вы дождь, промочивший бродягу до нитки. Солнце, которое тут же согреет струна. У Паганини на скрипке вы мёд, от которого быстро пьянеет. Мадам, без глаз у Бога убранство. Мадам, вы далеко от России, но вы сон, от которого мне не проснуться. Вы роза в парижском изысканном стиле. Вы плен, из которого мне не вернуться. Вы ветер, такой долгожданный при штиле. Я ваш, ваши руки я нежно целую, и губы касаются шелковой кожи. Париж, на асфальте вас дети рисуют. Маншет, как вы на королеву похожи. Без вас у Бога убранство, мадам. Вам мало в Париже пространства, мадам. Вы так безумно красивы, мадам. Вы далеко от России.
недалеко от России. Далеко от России. Спасибо, друзья. Но так получилось, что новая программа, она такая позитивная, веселая, поэтому я еще раз повторюсь и буду повторяться неоднократно. Не стесняйтесь выражать свои эмоции, давайте будем делать это вместе. И... начинается. Дорогие друзья, следующая песня – это о событии, которое проходил каждый, сидящий в этом зале и стоящий на сцене. Кому-то повезло намного больше, но это я о свадьбах. Поднимите руки, кому повезло намного больше. Свадьба кружится.
дорогие друзья, дело в том, что современные взаимоотношения между мужчиной и женщиной переведены просто и доведены до абсурда. Вот если посмотреть в общем на ситуацию, в России еще как-то, но в мире это уже безобразие. Они общаются по интернету, по компьютеру. Спасибо огромное, мужчина. Как тебя зовут? Меня Тимофей зовут. Вот сейчас просто в ход подняли вопрос о том, что люди и люди молодого поколения твоего сидят в интернете, в компьютере и вообще больше ничего не умеют делать. Это правда? Нет. А что вы еще можете? Ну, кроме вот того, что я вот смотрю, у меня у соседей, там вот ребята твоего возраста, вот они сидят только и в игрушки в эти в интернет играют. Что вы можете? Ну, мы умеем танцевать. Ты сказал, мы умеем танцевать. То есть ты не один, что ли, пришел? Ну, да. Ну, попробуем? Ну, давайте. Ну, зови друзей тогда. Что происходит вообще в Питере? Какой-то постоянный стресс небольшой. Поехали! Лампы зажигай, гай, гай. Здесь девушки огонь, и ночь пройдет. Гуляем через край, рай, рай. Здесь наша никогда не пропадет. Вольный ветер, и все же не богат моих друзей актив. Мы любим зажигать, мы в танце словно дети. А этот неплохой и простенький мотив. А там вот и зажигай, гай, гай. Здесь девушки огонь, и ночь пройдет. Гуляем через край, край, край. Здесь наша никогда не пропадет. Качает низкий бит, бит, бит. Девчонкам невозможно устоять. Вот это славный хит, хит, хит. Что только от любви лишь умирать. Посвященная земля, над нею кружат жабры. В Нью-Йорке и Москве, в Париже, в Астане идет новый герой, выигрывая плату. Куник и чародей, чужой в своей стране. А потом ты зажигай, гай, гай. Здесь девушки огонь, и ночь пройдет. Гуляем через край, край, край. Здесь наша никогда не пропадет. Качает низкий бит, бит, бит. Девчонка невозможно устоять. Вот это славный хит, хит, хит. Что только от любви лишь умирать.
наши питерские ребята из простых домов, из обычных улиц. Вот так. Спасибо огромное. Спасибо, и мы продолжаем. Так вот опять к этой самой компьютерной пресловутой теме. Мужчины и женщины общаются по интернету, по смс. Они уже забыли, когда сидели вместе, смотрели друг другу в глаза. Вот, собственно, об этом эта песня, это известный дуэт. Ну, попробуем сейчас его немножко изменить. И, в общем-то, ваша поддержка нужна, потому что сегодня в таком виде эта песня – это премьера. И ваши аплодисменты, ваша поддержка будет порукой ее хорошего исполнения. Витя! Будет хорошо. Еще одна новая песня. Как-то на предыдущих концертах нескольких в зале сидели вот такие же ребятишки, которые выходили, танцевали у меня. Я подошел, спросил у одного мальчика, и там и девочка сидела. Говорю, вот сказка про три желания. Это что такое? Лягушка-царевна? Ну, в расчете на то, что бабушка наверняка же рассказывала. Он говорит, я не знаю. Ну, фунтики знаю, там эти какие-то еще, что-то он мне назвал, современных героев. Вот, и пришлось написать такую песню. Я думаю, что эта песня послужит тому, что хотя бы в песенном варианте наше народное творчество, наши дети, внуки будут все-таки помнить. Три желания.
мальчишка бабушки, сам не знал куда. По пути поймал лягушку около пруда. А лягушка вдруг сказала: отпусти меня. И награду три желания требуй от меня. Требуй, что тебе надо, я помочь буду рада. И тебе награду три желания дарю. Скоро сбудется, знаешь, все, что ты пожелаешь. Я за все, что случилось, отблагодарю. Сразу эти три желания выбрать он не смог. Попросил на первый случай золото мешок. Он теперь богат, но в душе не рад. Через месяц он вновь в дух идет. Требуй, что тебе надо, я помочь буду рада. И тебе награду пожелания дарю. Скоро сбудется, знаешь, все, что ты пожелаешь. Я за все, что случилось, отблагодарю. Я хочу добиться власти в городе своем. Через месяц наш парнишка выбран королем. Он теперь король, но на сердце боль. Ровно через год вновь буду идет. Здравствуй, милая лягушка, сердцу помоги. Не нужны мне власти, деньги, я хочу любви. И лягушка в миг свой сменила лик. Видит наш король, девушка стоит. Требуй, что тебе надо, я помочь буду рада. И тебе награду я себя подарю. Требуй, что тебе надо, я помочь буду рада. И тебе награду я любовь подарю. Спасибо питерской публике прежде всего, потому что отсюда начинаются мои новые программы, какие-то новые песни. И по итогам прошлого года эта песня стала номинантом, потом лауреатом, и я пел на кремлевской сцене, исполнял ее в номинации «Шансон года в Кремле». По вашим смс, по вашим звонкам эта песня победила, поэтому это ваша песня. Огромное спасибо, низкий поклон. Есенин любил Айседору Дункан, как Владимир Высоцкий любил Марину Влади. Любите наших прекрасных российских женщин. Влади для вас. Карие звезды, люди, встречайтесь, люди, влюбляйтесь, пока не поздно, пока не поздно. Вы говорите, слова простые, слова святые, глаза глядите. Ты как цветенье в дикой природе, и для меня как будто Влади для Володи. Заеду в гости,
наряжаю. Чёрт, родная, мы виноваты в том, что грешны, и в том, что бесконечно святы. Ты как цветенье в дикой природе, и для меня как утро влади для Володи. Заеду в гости, заварить чай, я расскажу, как часто по тебе скучаю. Ты для меня как будто Влади для Володи. Заеду в гости, заваришь чай, я расскажу, как часто по тебе скучаю в еде. А на цветенье в дикой природе, и для меня как будто Влади для Володи. Так получилось, в чем виноваты, за что мы с нею на кресте одно распяты, за что мы с нею на кресте одно. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо, Витя! Вы знаете, когда-то очень давно, я сам, будучи совсем юным, еще начинающим артистом, пришел на студию к Александру Ивановичу Кальянову, и он первые песни он мне помог сделать, ну, вот без всяких материальных моментов, сказал, ну, как-то поверил в меня. И с тех пор я всегда вот так очень трепетно отношусь к молодым начинающим артистам. А сейчас выйдет человек на эту сцену. Я даже не могу сказать, что это один человек, потому что это такой мощный творческий и семейный тандем. Это автор Ольга Морозова, которая пишет все песни, все произведения, аранжирует. И Катя Ростовцева, которая их исполняет. И сегодня на суд взыскательной публики Катя Ростовцева. Давайте встретите, как это умеет в Санкт-Петербурге
могу быть кому-то нужна. Я устала все время спешить, пытаться куда-то успеть. Мне хочется просто жить и ни о чем не сожалеть. Мне хочется просто спокойно жить, наслаждаться миром, любить и болеть, и доказывать ничего никому, святое не помнишь. От того, что близкие были я навсегда, от счастья сияли родные глаза. Предательство, боли не знать, каждый день созидать и мечту создавать. Мне хочется просто спокойно жить, наслаждаться миром, любить и творить, не доказывать ничего никому, свято верить Богу лишь. Одному, что близкие были рядом всегда, от счастья сияли родные глаза. Предательство, боли не знать, каждый день созидать и мечту создавать. Никогда не забудет.
78. Катя Ростовцева. Ты моя Катя. Под окошком гость дорогой, он мальчишка сероглазый, смелый такой. Ты черемухи душистой свежесть даря, говорил он, королева, радость моя. Отвечала королева, я не пойму, ведь рубашку вышивают лишь одному. Пусть под окнами встречает кто-то другой, не твоя я королева, и ты не мой. Не твоя я королева, годы шли, как будто слезы капали дни. Школьный вальс и белый танец только не с ним. А мальчишка сероглазый целые дни под окошком королевы верность хранил. Приказу в осень опять и спросил у королевы, будешь ли ждать? И ответила она с улыбкой злой: не твоя я королева, и ты не мой. Он в горячих точках будто смерти искал. Пулю поймал, был он нужен на земле и в рай не попал. Видно, Бог его с рождения поцеловал. А когда он в медсамбате глаза открыл, на пороге вдруг увидел ту, что любил. Шепчут нежные, прости, молодой, за те годы снежные, единственный мой. Под окошком гость дорогой, он мальчишка сероглазый, смелый такой. И черемухи душистой свежесть даря, говорил он, королева, радость моя. Что происходит? Спасибо, Роберт. Спасибо. Долгие годы, и может быть это случится и во втором отделении, я пел эту песню, в 96-м году ее написал, я имею в виду «Волчонка», и сейчас
Это я про второе отделение. Сейчас, я думаю, не менее достойная песня. Просто совсем недавно, в феврале, был вывод войск из Афганистана, по-моему, если я не ошибаюсь, 29 лет. И событие, которое происходит в этой песне, оно как раз по афганским таким мотивам, совершенно реальная документальная история. «Летят километры». Ветром до цели короток маршрут. Как парень не бился, над ним не раскрылся его запасной парашют. Как парень не бился, над ним не раскрылся его запасом парашют. И падал он камнем, и вдруг кто-то смело его подхватил в этот миг. И с ветрами с поля, и на просторе один парашют на двоих. Мы в небе, как дом, десантная дружба крепка. Так выбил, ребята, за друга солдата, что руку подал в небеса. Летят километры, пронзенные ветром, до цели короток бросок. Небесные тропы, надежные стропы и друга опасный прыжок. Небесные тропы, надежные стропы и друга опасный прыжок. Гимна, но, в общем-то, взяли в хоккей и обыграли всех. Небо славян. Светлые
тихо льется покой монастыри. А поверх седых облаков сизо калиная пыль, здесь под покровом небес мы родились. Свет оленя лижет мороз, гонит добычу весь день, но стужу держит в устье дым деревень. Навела сугроба бурка, дождь белозубой зимы, здесь лакайоли снегов выросли мы. Но и на Западе, помните одноименный фильм с Мелом Гибсоном? Чего хотят женщины? Чего хотят женщины? Герой следующей песни таким образом отвечает на этот вопрос, а мы посмотрим, согласимся мы с ним или нет. Просто радовать. Царит нарядная весна, как ты нужен мне, как тебе я нужна. Но что-то все не так, говоришь мне, что ты
бешеный конь. Наш вино, друзья и подруга, огонь. А что там для души, кстати, душу, давай не тронь. Что случилось, детка, не надо кричать. Все можно разрушить и сначала начать. Они дутся и друг с другом часами молчать. А просто радовать, когда в объятиях твоих засыпать, родную нежную так обнимать и бесконечно радовать. Сознавать, разлука кончится и будешь ждать, тебя не хочется так отпускать и вечно по тебе скучать. Я и сам не святой. Мразка это ту на груди молодой. А ты все шутишь, что не твоего романа герой. Я просто радую, когда объятия твои падаю. Когда ночами я тебе пою, то бесконечно радую. Создаю на краю, что сразу сдался и тебя люблю, мою девчонку сладкую. Неохваченные танцоры какие-то прорвались, да? Ничего, это же Питер. Спасибо. Мы хотели еще в прошлом году это сказать. Хочу сказать всех поклонниц. От ваших песен расцветаем мы круглый год, не только в мае. Спасибо. В связи со сказанным рождается вопрос, есть в зале невесты? Ну, невесты. Ну, хорошо, женщины, находящиеся в этом состоянии. Есть? Ну, здравствуй, невеста. Волшебной сказки в подвесках, туфельках, подвязках, да. Как тебе к лицу фата на родительском пороге? Остановишься немного, пусть сердце отпускает грусть. Здравствуй, невеста. Здравствуй, красивая, пусть твоя доля будет счастливая. Ангелов хватит, свистинку хрустальную и запоем песню венчальную. Здравствуй, невеста, облако чистое, белой черемухи ветка душистая. Переживаю сейчас ты, наверное, знаю, будешь женою ты верною. Платья складки, будет горько, будет
Спасибо огромное. Тоже привет. Приедем скоро. Спасибо, друзья. Давайте первое отделение. У нас все самое интересное впереди. Еще отдохнем, попьем чайку. И жду вас всех. Диски привез после концерта. Всем подпишу. Ну, все как у нас в Питере, все как положено. Жду вас всех.